во все века прекрасные, во все века загадочные. Вечная загадка женской красоты. В чем она? Наверное, в неповторимости. Сделать каждую женщину неповторимой. Такая задача стояла перед участниками московского конкурса косметологов и парикмахеров. Искусники и чародеи, маги парикмахерского искусства и косметики превзошли на этих соревнованиях самих себя. Во все века прекрасные, во все века загадочные. Вечная загадка. Женская красота.